ставили Уралов очень активно помогал. А потом их убрали, они все где-то стояли. Как убрали, сразу скучно стало. А что это был за проект? Что это за проекты? А это мастер-класс был. Азат Мумединов тогда проводил, и скульпторы тогда очень активно участвовали. Прямо на улице, как временная экспозиция, да? Я приезжал в мастерские, и мы грузили на грузовичок скульптуры, потом при помощи там крана ставили в городе. Вот. А потом убирали. Сразу улица становилась скучной. На временные постаменты. Да. Временные постаменты делали. Угу. Вот. Также в летнем саду. Но в летнем саду там конкурирующая фирма какая-то сказала, что немедленно убрать, и все, мы убрали. Хотя они там очень неплохо стояли. Пустой части летнего. Да, пустой части. Угу. Естественно, мы не конкурировали с итальянцами.